Мы в основном работаем Full House Key. Это значит, что мы берем клип под ключ полностью от идеи до ее реализации и помогаем с посевом. Я лично топлю, как и говорил, за оптимизацию расходов, ресурсов и сил, но против дешевых клипов. Дешевых в плане идеи, в воплощения, в плане того, чтобы снять, лишь бы снять. Лучше вообще не снимайте. Конечно же, я против воровства идей, отката посредникам. Это тогда, когда вы заказываете клип у агентства, агентство себе забирает кучу денег и дает продакшену там 200 тысяч рублей и говорит: на, ребята, вот на 200 снимаете. И, собственно, вы потом думаете: ну почему же меня такой дерьмовый продакшн снял так дерьмово? Ну вот потому что есть куча ртов, которые своих каких-то собственных дружеских связей умудрились где-то похерить бюджет. Ну, а это все что? Оно ограничивает фантазию и, собственно, ограничивает ваш продукт. Я, друзья, за эстетику и качественный звук, за глубокий текст, за сильную визуализацию, ну и вообще, конечно же, мощную энергетику. Если, ребята, нет понимания, что и для чего снимать, а и плюс у вас еще нет денег, но хочется клип, не снимайте. Я, конечно, очень всем благодарен, надеюсь, что все понравилось, и надеюсь, информация была полезная. Первый этап – не жрать суши перед интервью. Знаете, на самом деле я для себя решил, что я могу сейчас, конечно, быть уставшим, экать, бэкать, мэкать и так далее, но я все равно, если буду искать какой-то максимально удобный для себя период, чтобы рассказать вам о своем опыте в съемке музыкальных клипов, я никогда его не найду, просто не хватает времени. Вот мы сейчас быстренько постараемся снять вот этот вот ролик о нашем опыте. Этап первый. Сейчас вот... К сожалению, я извиняюсь за свой, может быть, усталый вид. В целом, вот у нас сейчас чуть-чуть есть время, и мне хочется рассказать, да, вам вот эти моменты. Ну и пусть они, наверное, будут такими не совсем живыми и энергичными.